подрастают у меня сыновья. Чем-то в жизни предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая, и поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная, но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменено, но небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя.